Соединенные Штаты пока не планируют вводить новые санкции против России. Об этом заявил глава Комитета по международным отношениям в Сенате США. В Америке, по словам Боба Коркера, ждут результатов расследования о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах и ищут возможности противостоять действиям Москвы в Восточной Европе без ограничительных мер. В то же время Коркер не исключил, в будущем расширение санкций возможно.